Ты чего? Спускайся! Зачем? Я покажу тебе мой Берлин! Это Берлин. Пульсирующее сердце некогда расколотой страны. Сюда приезжают, чтобы мечтать, танцевать и влюбляться. Можно пригласить вас на ужин? Только вот немецкого я не знаю. От продюсеров «Париж, я люблю тебя». Здравствуй, милая. Привет. А это кто? Это Назар. Он из приюта? Нет, на улице подобрала. Тяжелый день? Не то слово. Вы мне моего бывшего напоминаете. Тоже ботанист-то был. Какие, на ваш взгляд, у вас сейчас шансы? 50 на 50. 50 на 50. У любого события шанс 50 на 50. Либо произойдет, либо нет. Случилось что? С парнем своим поругалась. Ерунда, с кем не бывает. Я знаю, почему ты этим занимаешься. Ты бежишь от своих проблем. Ничего подобного. Мы в Берлине. Сейчас все так живут. Сходи, развейся. Почему это для тебя так важно? Сидя дома, никогда не встретишь достойного человека. Кто бы тебе не встречался? Я приехала сюда, чтобы улететь. Куда бы ты ни стремился, я приехал, чтобы снова поверить в жизнь. Любовь тебя найдет. Я приехала в Берлин, чтобы возродиться. Ты как? 50 на 50. Именно так все и начинается. С ощущения, что любовь возможна. Я очень тобой горжусь. С ощущения, что возможно все. Берлин всегда такой. Берлин всегда разный. Берлин, я люблю тебя.